Доброе утро, доброе утро. Маргоша уже ушла. Ксюнчик. У Ксюнчика что-то не так. Кровь из носа идет. Так, лежи, не вставай. Не пойду в школу. Не пойдешь? Ну не ходи. Голова не болит? Чуть-чуть. Давление. Если плохо себя чувствуешь, тогда не ходи. И мне тоже, наверное, голова болит за то, но я очень много бегала. Ну, наверное, вчера много бегала, спорт. Кофту не испачкала? Какую? Нет, эту нет. А. Ну, смотри сама, как ты себя чувствуешь. Так, Ксюша у нас прогуливает школу. Я этот фильм бестерий вафакался и уфильште. Ксения, ты болеешь? Убери игру и иди спать. Пошла она в школу, сегодня оставили ее дома. Давай продадим. Что, вот это? Да. Почему? Тебе не нужно? Да, нужно. Давай кому-нибудь подарим. Нам нужно ехать за продуктами. Отправьте нас кто-нибудь, дайте пинка. Эй, да смотри. Что-то так лень выходить на улицу. Кстати, сегодня погода хорошая. А мы даже еще жалюзи не открыли. Смотрите, вышло солнышко, но холодно. Я пока отвела Макса, было минус 5. Ну, конечно, для кого-то, может быть, это не так холодно, но для нас минус 5 это холодно. Так, ладно, давайте. Ты остаешься дома, мы поехали за продуктами. Окей? Окей, давай. Сделаешь тут уборочку немножко, приготовишь кушать. Мам, мне плохо. Постирай? Ага, плохо сразу. Убирай давай. Подожди. Так, в школу сейчас пойдешь. Ну-ка, одевайся быстро. Я уже одета. Одела, вот такая обулась и пошла. Все. Пришли мы с магазина. Немножечко закупились. Совсем чуть-чуть так. И так, сегодня мы будем упаковывать одну посылочку. Очень интересную. Пока не знаем, кому. Здесь мы купили всяких вкусняшек. Поэтому смотрите дальше. И узнаете, кому мы сегодня будем отправлять нашу посылку. Сейчас уже почти без 11:20, и я пойду за Максом. Бонни, пойдем гулять. Бонни с собой возьму. Я ее всегда с собой беру, когда иду за Максом. Она уже привыкла. Как только она видит, что я куда-то собираюсь, она сразу тут как тут. Идем, Бонни, гулять. Пошли гулять. Пойдем, быстрее. В общем, пойдем. Пойду схожу. О, все, она уже хочет гулять. Так, ребятушки. Ты как себя чувствуешь? Нормально? Эй, алло, голова не болит? Учитель сказал, чтобы ты завтра пришла. Маргош, пойдемте, будете помогать. Может, рис сварить чем-нибудь или гречку? Нет, гречку. Макс и Каролина гречку не едят. Вы должны решать, что кушать будете, потому что если я приготовлю, не кушать никого не будет. А, я знаю. Вот. Так, у меня есть вот такие вот замороженные овощи. Овощи. Есть рис. Куда? Давай рис. Рис давай, говорю. Так, есть рис, есть замороженные овощи, есть и грудка индюшки. Так, все, мы определились с заготовкой. Девочки, мне нужно, чтобы вы мне достали кастрюлю для риса. Девочки мне помогают, просто вообще замечательно. Что вы делаете? Они YouTube смотрят. А, вы семью Дашковых смотрите. Кстати, ребят, хотим познакомить вас с нашими друзьями. Это семья Дашковых. У них тоже четверо деток. Семья очень похожа на нашу. Только у них 4 мальчика. У нас 3 девочки, 1 мальчик, у них 4 мальчика. Они хотели приехать к нам в гости, но с этой пандемией ничего не получилось. Ребята, это очень веселая, активная семья. Они ездят, очень часто ездят по разным местам. Показывают много очень интересных мест. Они занимаются спортом, кстати. Они осваивали серфинг. Маргарита у нас хочет освоить сноуборд, а они осваивали серфинг. Представьте, ну, это что-то, наверное, похоже, да, немножечко? Нам очень интересно их смотреть, потому что семья похожа на нашу, тоже много деток, очень весело, очень шумно, интересно. И главное, что они не только показывают свой быт, но и самые интересные места для совместного отдыха. Они совсем недавно начали вести свой блог.
Вот, и мы, конечно же, хотим их поддержать, но мы, как обычно, мы всегда поддерживаем наших друзей, никогда не бросаем. И давайте сделаем с вами это вместе. Давайте их поддержим, они только недавно начали, очень интересно снимают, и дальше будут еще снимать интересные влоги. Мы знаем, что вам эта тема очень интересна. Ссылочку, конечно, мы оставим в описании, поэтому переходите, подписывайтесь. Кстати, ребят, я сегодня же говорила о посылке. О какой посылке? Мы же не можем встретиться с нашими друзьями. Они не могут к нам прилететь из-за пандемии. Поэтому мы все равно поддерживаем друг друга, и мы хотим отправить им посылочку. Но что в этой посылочке, мы не покажем. Вот, а такой будет сюрприз. Поэтому вы, если хотите... Мы завтра ее уже отправим. Почти она у нас готова. Вот. Поэтому, если вам интересно, обязательно подписывайтесь на канал, ждите. Они обязательно снимут влог и покажут вам, что же мы им отправим. У нас сейчас, к сожалению, закрыты магазины, как я уже говорила, да, что у нас локдаун, но все равно мы постараемся кое-что такое найти. Не буду показывать. Вы переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь и ждите влог с нашей посылкой. И посмотрим, нам тоже очень интересно посмотреть на их реакцию. Что же мы отправим мальчишкам? Так, ну а сейчас, девчонки и мальчишки, влог, если хотите досматривать, какой вы смотрели, вот этот, да? Влог досматривайте, а потом будете мне помогать, ладно? Вернулись мои детки, конфетки. Нагулялись, ходили на улицу, катались на горках, щечки розовенькие, холодненькие. Накатались? Да, и купили. И купили что-то. Кто вам купил конфетки? Данил? Да. Да, только мы покушаем потом, хорошо? Ладно? Конфетки никуда не денутся, сначала покушаем. Кстати, вот она посылочка для наших друзей. Почти готова. Завтра полетит. Так, все, давайте ручки мыть. У Данила найти. А завтра Данил к тебе пойдет, да. Давай. Вышел новый влог. Смотрите, комментарии открыты. Я уже который раз хочу вам сказать, что комментарии я сама не закрываю. Комментарии закрывает YouTube. Вот когда видео выходит, комментарии открыты буквально там на минут 15-20, вот так вот может быть где-то даже на час. Многие думают, что мы это делаем, но нет, вот так вот у нас YouTube почему-то так решил, что нам комментарии нужно закрывать. Я все читаю, я здесь ставлю сердечки, все такое, в общем, читаю комментарии, но где-то через час, может быть, меньше, я зайду сюда, я даже вам покажу, комментарии будут отключены. Нам очень хочется с вами общаться, вам отвечать, ставить сердечки, читать ваши сообщения, ваши, то есть, комментарии, но здесь вот сейчас я вам поближе покажу, вот, разрешить все комментарии, пока что эта функция открыта, видите, запомните этот момент. Здесь все открыто, я могу сама закрыть, я могу сама открыть, я могу как-то их, как сказать, на проверку отправлять. Сейчас, пока что. Но зайдем через 30 минут, и я вам покажу. Так, пришло 15 минут, смотрите, комментарии еще открыты. Ну хорошо, я буду читать. Готово, нет? Так, курочку сейчас пожарим. Так, комментарии все еще открыты. Мне вот интересно, сколько они продержатся. Вот, видите, видео сегодняшнее. И вот это окошко, оно уже выключено. Я не могу на него нажать даже. И написано «Отключить комментарии». Вот он сам автоматически это сделал. Я ничего не могу сделать, я не могу включить. Поэтому все. Прошло чуть больше получаса. И он выключил. Все, где-то. Лайки что-то, девочки, вы вообще перестали снимать. Что такое за безобразие? Последнее видео ты сняла, знаешь, какого числа? 13 дней назад, 2 недели назад. Чего не снимаете? Ребята ждут же ваши видео. Ну, не снимаете. Тикток так и не разблокировали твой? Нет. Нет? Нет. Ну так вот, ребят, тикток у Маргариты не разблокировали. Новый тренд? Так, девчонки решили сделать слаймики, раз уж у нас все закрыто, ничего купить не можем, особо никаких подарков, поэтому девчонки сделают своими руками. Будем делать слаймы, такие вот, на новогоднюю тему, все-таки сейчас еще зима,
Да? Так много посыпок. Такая добавочка. Такая вот посыпочка с конфетками, с шоколадной. Тут мне какие-то... вот это очень нравится. Тут такие. И вот нравится. Это зеленое со снежинками и Микки Мауса. Прозрачная основа. Давно мне с вами не делали. Кусочек взять очень долго. Да, измерь тогда вот сюда вот положи. Стаканчик и плюс-минус там добавка. Нет, обклейте. Ну, сейчас у тебя руки привыкнут. Они изначально всегда клеются. У меня уже не клеится. Не липкий. Каком цветом? Не знаю, какой. Зелененький там, не знаю. Тут перевернул. Чуть-чуть больше. А добавки поместятся? Ну вот, поэтому не надо больше. Потому что добавки еще. Перекрась. Наверное, надо чуть-чуть зелененький надо покрасить. А зеленая будет добавка. Мы будем то же самое делать? Да, но с прозрачной основой. Так можно шарики насыпать тоже вот такие. Я хочу белые, зеленые. Я сделаю с Микки Мауса. Надо покрасить, да? Да. Чуть покрасить. Твой любимый зеленый. Ксюша делает зеленый слайм. Надеюсь, мальчишкам понравится. Ладно, все, не буду. Не буду выходить. Так, Света, что ты воду включила? Вода не бесплатная. Все, выключила. Все, нету. Она выключена. Давай чисть зубы. Чисть зубы, говорю. А, осталось тут немножко. Сошла. Это кто? Это кто? Смотри. Смотри. Это что за скелетон? Ай-яй-яй. Так, все, кровать. Скелетон. Что ли? Маргарита, у меня камера. Сейчас пол будешь мыть. Так, все. Маргарита, у меня камера. Вытирай пол, весь мокрый. Я вон вся мокрая, посмотрите, она меня все намочила. Иди давай. Все. Научилась, я тебя сейчас научу. Это что такое? Я думаю, это камушек шлайми. Какой-то лежит. Это шлайм. Какой классный, посмотрите, как смола черная. Так. Все, ребят, будем спать, ложиться. Всем спокойной ночи, всем пока. Ложись давай. Да она меня намочила всю вот этой штукой. Для зубов. Ну такая легкая. Угу. FBI, open up! Марго. Все. Зачем ты ее бьешь? Так, все, спим. Это мой мишка. Давайте не браться за мишки. Это мой мишка. Да не мишка. У тебя вон мишка сзади тебя, ты чего? Белый. Вот белый мишка. Это не мой мишка, мой мишка. Вот твой мишка. Мой мишка. Где мой мишка? А почему это ее мишка? Это вообще Каролина. Мама! Каролина мишка. Нет, мой мишка, мой настоящий мишка. Мишка это Бонни. Димаки, где кошки? Так, все, балаган, балаган закрываем. Мишка мой, мишка. Закрываем балаган. Мама, чуть-чуть. Закрываем балаган. Мама, я воняю. Что, я буду тебя подмышки нюхать? Я попрыскала. Ты что, я тебе подмышки не нюхала? Давай, иди. Сумасшедший дом какой-то. Как спать ложиться, так все. А почему ты здесь руки моешь? Потому что слаймик трогал. Надо в туалете руки мыть. Так, все. Всем спокойной ночи. И всем пока. Пока-пока-пока-пока. Ой, что-то фокуса нет. Здесь плохо видно. Смотри, вот сейчас фокус. Все. Все, всем пока.